В общем, нам нужно, чтобы человек здесь жил 5 дней в неделю. 2 выходных, да, можно уезжать. Но 5 дней должен здесь жить, потому что у нас тут круглосуточные люди. Да, еще руки нужны, чтобы на месте были. Где-то что-то подделать, подкрутить, подвертеть, доску прибить, канализацию прочистить и так далее. Раполова? Раполова, это где Токсово? Улица Овражная, там спросите, найди, покажут.